И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же на фьордах. И сегодня мы пойдем томить Гигу, естественно, кого бы еще. Гигу я себе уже отметил через Shift F8. Гига, то есть мод, очень сильно помогает. Отметил себе Гигу. Для отомления взял Metal Gateway. Капкана, по идее, должны вот от 6 хватить, если фон залезет в капкан, и все будет хорошо. Что будет, как будет, не знаю, а вот сейчас задумался, 316 у меня этих хватит, но по идее, у меня легендарная винтовка. Да? То есть, по идее, должно хватить, но черт его знает, лишнее будет, да и если лишнее будет, то... У меня же второй еще этот... Второй гига еще будет. Так, как там... Как там ты пишешь... А, господи, я не в тот верстак залез. Я и думаю, что за нафиг. Винтовка. Хотя вот так сделаем. Делаем вот так вот. Штук 200 еще сделаем снарядов. И я думаю, будет этого достаточно. 500 штук будет достаточно. А, ну и, собственно, из того, что изменилось, я здесь поставил второй алхимический стол. У меня он создает потихонечку всякие ресурсы, то есть перерабатывает всякие ресурсы. Потому что один у меня вообще прям постоянно занятый созданием наркотиком. Вот. Ставим 500 и погнал. Лишним не будет, пускай создается, в любом случае, а что мне из них еще делать? Вот, потихонечку создаем, поставил, чтобы пивас у меня создавался, то есть как бы все пока что хорошо, надо будет эти семена повыкидывать. Все пока что хорошо, все пока что действует так, как нужно. Чит, одна ягодка занимает место. Ждем. А, ну и, кстати, сбросил себе статы. Вот, сбросил себе статы, вкачал навык изготовления, не знаю зачем. В общем, вот, здоровье обратно вернул на 2000, вроде бы у меня было 2000, но это не важно. То есть, как бы 2000, по идее, достаточно. Дальше что, выносливость на место вернул, вес также 1000, скорость передвижения 2200, стойкость уменьшил, потому что, ну, просто смысла в этом нету. То есть, вот, допустим, сопротивление жаре 500 достаточно с запасом. Куда ее больше, а если куда-то в зимку идти, то там уже и шмотки нужны другие, то есть специальные. Поэтому как бы, ну, с таким расчетом, то есть стойкости 250 для ПВЕ достаточно с запасом. Вот, и с одной стороны урон в ближнем бою, но я теперь перестал добывать уже ручками что-либо, поэтому смысла в этом нету. Поэтому навык изготовления, пускай будет, мало ли вдруг что-то создам поинтереснее, и это будет уже... лучше. Вот, создаем 200 этих. А, кстати, да, можно сразу же создать седло на гигу. Два штуки. А, ну там следки металл. Так. Я тупо поставил там капкан. Проверить, я в него встряну или нет. В итоге он в него встрял. Ах. Какая же тупость. Ну, а с другой стороны. Ну-ка, давай, иди сюда. Он же делает большой кругаль. Я и забыл про это. Он же резко не умеет поворачиваться. Так, ну, этот капкан исчез. Это понятное дело. Давай, заманиваем его обратно. Ну, на птере можно и без всяких ускорений от него. Даже это будет легче, потому что, ну, скорость намного легче в этом плане работает. Вообще он не должен через вот это вот прорваться, по идее. Хоп, он должен вот так застрять. Там у меня их несколько стоит. Капканчиков. На всякий случай.
Вот, и он, по идее, не должен... Ай-яй-яй. Слишком близко встал. Вот, но вот он, по идее, уже не должен отсюда выбраться. Единственное, что, наверное, с капканами я переборщил. Потому что он может упасть и активировать их. И, соответственно, по нему будет урон. Вот. Поэтому, ну как бы да, он теперь он сагрался на... Так, мне нужно, чтобы он все их активировал. Это займет немного времени. Вот. Ну, как бы я думал, будет посложнее, но по сути, когда стоишь рядом, он поворачивается к ругаля и оп, наступает на нее. Отлично, все... Он активировал. Остается только 1400. Да, неожиданно, но много. Я единственное, что баранинку не взял. Но тут без вариантов. Надо оглушать, потом телепортироваться. Срочно, обморочно вхватать нужные ресурсы. И да, вот в этом-то плане я что-то затупил. Я вообще думал, сейчас прилечу, поставлю, короче, этот... ловушку сгоняю, все возьму и потом уже буду томить. Но сами видели, он просто тупо подошел к ловушке такой, типа, а что это у нас здесь? И давай вынюхивать. Ну, да. Получилось, как получилось, у меня все как обычно. Если что, транквил стрел, я смог, транквил дротиков, смотрю, тратится мало, так что с этим проблем нету. Че с... Ну, порядка 80, да, потратится. То есть, а у меня их 500. То есть, с этим проблем точно не будет. Это еще раз оглушить не составит труда. Но, блин, это, конечно, немножечко тупо. Кстати, если не сложно, то напишите, если знаете, что означает это R. Динос, да, X-Динос. То есть, есть ли разница между обычным и необычным? Мне почему-то кажется, что есть разница. Но вот какая у них разница, это уже другой вопрос. Не помню. Вот честно, не помню. Вроде бы R, что ли, самое сильное. То есть, если в обычный гиг, допустим, взять при тех же... при том же левле, да, и тот же R-гига... Ой, подлагало... Опять-таки же, не помню, но, блин, ну как бы читать дофига информации для ради того, чего мне сейчас не нужно, так как у меня что тот гига, что тот гига, оба R, это во-первых, а во-вторых, я прекрасно знаю, что при тех же статах, при тех же левелах бывают разные дино. Господи, у меня сейчас просто вот это вот сбросилось старпор, и я чутка подперестрался. А он там на кого-то за ним направляется. В общем, при тех же статах бывают разные диносы с разными характеристиками. Поэтому, в общем, углубляться во все это дело, это надо играть на PvP серверах, чтобы в этом всем разбираться. В смысле, чтобы в этом был смысл разбираться. Вот, ну а так вот, ловушка легко и просто. Это, конечно, не тот маразм, который я устраивал на Айсланде, где я просто бегал от гиги и ставил в капканы и оглушал. Ну, там и был не 145 левел, а как он, 25 левел был, да? Ну, чисто так, для галочки, чтобы был. Это я прекрасно помню, да. Маразм устроил. Ну, там я больше чисто по фану устроил все это дело. Вот, начал уже отагриваться. Решил, что пора бежать, пора тягать, короче. Вот это железка, об которую он зубы уже обточил, все нафиг не нужно. Но... Увы, но у него ничего из этого пока что не выходит. Я, честно, не знаю, есть разница бить в голову, не бить в голову, но, допустим, вот так, что так, что так, 180 урона, поэтому разницы никакой нету. Что, к примеру, в глаз попасть? Ну, как бы... Ой, ты красненький. Не надо красненьким на меня становиться. Это все равно опасно, даже что ты пытаешься убежать от меня, это все равно как бы опасненько. Да ёпти! Господи, я подумал, кто-то заспавнился, а этот просто забагался, у него бег. И реально подумал, что кто-то заспавнился и начал бежать ко мне. Страшно?
Страшно, когда такая махина по 1300 бьет по птеру. А потом кровотоком бабахает. Так, ну все, короче, давай, ложись спать. И мы срочно-оборочно летим. Все. Спать, отлично. Сейчас срочно-оборочно до дома. Птер, нет, птер не зацепит. Срочно хватаем баранину, хватаем наркотик и тусуемся обратно. О, я еще и этот не взял, да? Я еще эту фиговину не состряпал. Так, сразу две. Так, баранина, ты где, твою мать? И наркотик мне тоже в авось пригодится. Я не знаю, пускай будет. А теперь обратно. О, птерчик зацепил. Это хорошо, пускай здесь лежит. Вот бы сейчас ты пыхнулся не туда. Ох, было бы смешно. Телепортация, эта штука хорошая. О, да не так у тебя еще и плохо совсем все. Я думаю, быстрее будет падать. Кидаем так. Кидаем так. Кстати, сколько на тебя нужно? Сколько я там баранины взял, да? Так, и прожимаем. У него, соответственно, оглушение на максимум, еда на минимум. И пошел хавать все как положено. Моды, моды. Что с них взять? Могу, поэтому и пользуюсь. Так, R-Giga приручен. Подобрать. Отлично. Господи, я подумал уже по ним... По металлоконструкции урон, что ли, нанес? Как? Как он это смог бы сделать? Кстати, блин, я не посмотрел у него характеристики, какие у него были и какие у него стали. Хм. Ну, урон у него был вроде 250%, стал 215%. Но, в любом случае, это самое мощное, которое существует, я могу сейчас здесь притомить, это факт. По 900 неплохо. Мне это однозначно нравится. Ой, надо будет нового Диноса с этой карты притомить. Блин, у него томление, конечно, очень странное. Прям, ну, очень странное томление. И, как бы... Да, выносливость сразу же в хлам, поэтому забыл ускоряться здесь вообще никак нельзя. Выносливость качать бесполезно. Прям вообще. Но у меня есть, к примеру, бутыльчики, да, на восстановление выносливости. Это я помню. Торпор. А, вот, стамина. О, всего лишь стимбри. Хм, интересно. Посмотрим, будет ли он работать нормально на них или нет. Так, ну, неплохо. Почему я их спокойно убиваю? Потому что у них левел маленький. Я все-таки, если буду томить, точнее, когда я буду томить, я буду томить хорошего большого левела. Все-таки, как-никак, я хочу томить большого левела. Да, это будет сложно, это будет долго. И, кстати, надо бы уже, наверное, в ближайшее время его притомить. Ну, чтобы уже нормально попробовать на нем погонять. А не просто так. Типа притомил и стоит для галочки. Вот. А именно вот притомить так, чтобы на нем погонять. Как на боевом Диносе. Хм, ну, неплохо, неплохо, неплохо. Но мне нужно, естественно, так. Ну, здесь еще качаем. Вес, естественно, нафиг нужен. Здоровье, по идее, надо. Вообще никак не качается здоровье, по идее, не надо нафиг здоровье. Окей, учимся на чужих ошибках. Опять-таки же, я же не качал ни разу их. Ну, вот. Ну, в любом случае, я буду выводить Диноса, поэтому можно это... И посмотреть. Вот, выносливость, к примеру. То есть, вот, видите, тоже вообще никак. Единственное, что у него есть смысл качать, это урон. Вот туда. Да, я 2 стата потерял, но бог с ним. 2 стата — это фигня. Зато теперь урон уже будет намного больше. Да, красивый теперь урон, не спорим. 1600 в сравнении с 900 это очень сильно разница. Самое главное, конечно, это на гиге не падать со скалы и так далее, то есть с высоких мест. Быть аккуратным и не тратить сильно выносливости. Да, что я сейчас, собственно, и сделал. Но я просто хотел к ним, вот к этой тусовке присоединиться и всех сожрать. Дэм. Еще больше урона. Да.
Неплохо, неплохо. Мне, по крайней мере, это нравится. Так, нужно поискать. О, кстати, да. Закидываем вот это вот, а естественно сразу же. Так, и отправляемся до дома. Почему до дома? Ну, чтобы он не стоял в чисто поле. Расцветка, конечно, у Диплодока прикольная. Прям вообще необычно. Прикольно. Так, все, пускай он сидит на базе. Мне нужно найти. О, Альфачевич, вот мы к тебе-то и тусанем сейчас. Но сначала найдем руну. Хапнем руну, чтобы все-таки он немножечко прокачался. С одной стороны, с другой стороны, а зачем мне его качать, да? Если я буду все равно спаривать, а на них же действует, если я правильно помню, на них просто действует этот стат, который у них есть. Ну, в смысле, при томлении, то есть вот эти статы только влияют на разведение живки. Если не так, конечно, поправьте меня в комментариях, но что-то мне подсказывает, что это именно так. Поэтому смысла нету брать эти точно. Там сколько лазабриков. Да и в целом с таким уроном он не кислый и сам прокачается. Только вот... А, во. Я по альфачу нашел, где мой дом. Погнали! Мочить их всех! Да. Для Гиги, конечно, этот заборчик... Ты что, застрял? Отлично. Для Гиги, конечно, этот заборчик вообще никак и ни о чем. Он просто его перешагивает. Только надо скинуть всякую фигню лишнюю. С одной стороны, с другой стороны, пускай лежит. На, дерево поломал, ну ёшкин кот. Свою флору и фауну вечно тут порчу. Вот. Причем вот это вот, он не перешагивает, забор он перешагивает. Слышь, ты когда за мной бегал, ты перешагивал тот забор, как я его забыл случайно призвать, точнее отсвистать. Он за мной побежал, короче, и это, через перешагнул. А тут, видите ли, перешагнуть не может. Ха, прикольно. Так, погнали альфача мочить. Ну, за альфача дают больше экспы, естественно. А также... Че ты его там дожрал-то третьи сутки уже? Вот. А также уберем всякую гадость с моей территории. Че там? О, 14 рун. Это хорошо. 29 левелов. Вот это я понимаю. Нафиг ваши руны. И так хорошо качаемся. Так, у меня там, я смотрю, лазаврики бегают. Ой. Ну, ускоряшку, конечно. Маскаряшку, конечно, надо. Сразу такие хоп, на меня все переагрились. Да, сумасшедшие создания. Надо все это дожрать. О! Они, короче, пытались замочить вас, а потом, короче, сами решили передраться. Бывает. 3500. Слушай, прям мне это нравится. Так, вырубаем. Ну, прикольно тоже раскраска. Да. Спешить нам явно некуда. Куда нам спешить? Ох-ох-ох. Без ускорения, как же это неудобно. Ну, кстати, давай посмотрим. Чё, эта скала у нас... А, ну это скала-то фигня. Это как забор перешагнуть. Все сразу же в хлам разлетаются. Красота. Там Рекс тусуется. Я бы за ним, пожалуй, лучше сходил. С него экспы явно больше дадут. Но это не точно. Да блинские выносливость. Нет, так оно точно не восстанавливается. Ай, да уйди ты, блин, дурак. Лезешь под ноги. Как мизинчиком об тумбочку ударится.
А, там яйцо светится так. Пау, пау, пау. Неплохо. И еще больше урончика. Самое что смешное, когда вот так вот кисуни начинают на тебя агриться. Но, кстати, на гиге они что-то не... А чё... А из-за чего тогда те аллозавры на меня... Аллозавры еще кто-то на меня сагрились? Или аллозавру пофигу на гигу, он сагрится? Потому что обычно они не агрятся, типа... Я только сейчас это вспомнил. Хм. Интересно даже, а чё так аллозавр на меня сагрился? Или реально аллозаврам пофигу на это дело? Ну, компики они меня просто бесят. Поэтому их и мочканул. А это обычная трава. Ну, кстати, вот здесь неплохая полянка. Предлагаю сейчас заодно и проверить. Так, брантозаврик. Да, да садись ты уже. Хоп. Да, да в другую сторону маши. Ты что, дурной? Я тебе говорю, ты что, дурной? Да что ты в эту сторону машешь? Ну вот в эту сторону я смотрю так, а в эту сторону... Ой, ты тормоз. У тебя что, после телепортации это? Контузия, что ли? Ой, дебил. Ну... Я обычно-то бабахаю это через левую кнопку мыши, а тут через правую кнопку мыши жму, он всегда в эту сторону бьет только. А левую кнопку мыши, когда в какую сторону ты смотришь, что он бьет. Ха, прикол. Такс. Но в любом случае мне нужно было другое. Так, так. Пускай это будет у тебя. А, мне нужно вот это. Не вот это, вот это. Проверить, как оно и что оно. Больше скорости. О, видали? Это вот я про что говорю, у меня это... Спавн хороший. Главное места эти не застраивать. Ох, ну вот так уже явно кайф. Бежишь себе спокойно, бежишь, бежишь. А когда заканчивается стаминка, заходишь в инвентарь, побыстро прожимаешь, и стаминка снова полная. Эй, хорошо, как? Не, конечно, если бы еще бутыли бы скорость для летунов, которые у меня работали бы на таких диносов, там просто выносливость вообще не тратится, ну это было бы кайф, но оно вроде бы не работает. Вот. Но вот так вот можно всяк побыстрее немножечко. Да, немножко притормаживаешь и так далее, было бы удобно, если на быстрый слот поставил и работает, но, увы. Такое вряд ли будет работать. Ну, точнее, такое не будет работать, это я буду себе прожимать, а не Динусу. Но было бы удобно, если бы можно было так, оп, прожал, и то, что в инвентаре у тебя, то сработало на Динуса. Ладно, на этом я уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Воу, 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 ты там в седле застрял. В общем, прикольно получилось, мне нравится. Вот прям там линия, конечно, прям... Очень удобная. С капканами, конечно, переборщил. Ну, блин. Я перевздел, скажем так. Лучше перевздеть, чем не добздеть. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. В следующей серии пойдем томить самку и разводить гигу. То есть уже будем смотреть на их следующие потомца. Там табление самки там займет там пару минут. Потому что вы и так уже знаете, что как делать. В основном будем пытаться разводить гиг и смотреть уже, что и кто там выйдет. Ну а на этом уже все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моими и со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.